Новый полуторатесловый аппарат МРТ фирмы Siemens доставили в Магаданский областной онкологический диспансер. Презентацию магнитно-резонансного томографа посетил глава региона Сергей Носов. С 2011 года врачи областной больницы пользовались маломощным низкопольным аппаратом. Сегодня агрегат заменили на современный, высокоэффективный. По словам специалистов, новый туннельный МРТ имеет больше обследуемого физического пространства по сравнению со старым и способен поднять человека весом до 250 кг. Оборудование обладает мощным чувствительным магнитом и способно дать точный рисунок мягких тканей организма, таких как мелкие суставы или опухоли в голове. Магнит оснащен всем программным обеспечением для проведения любых исследований, что касается любого органа, то есть начиная от головы и кончая мелкими суставами. То есть даже мелкие суставы здесь будет видно очень отчетливо. Расшифровать снимки МРТ смогут лучшие специалисты России через интернет. Таким образом, по словам специалистов, исследование покажет наибольшую результативность. Мы сегодня можем делать самые современные или самые точные срезы, снимки, и с помощью телемедицины, о чем мы об этом говорим, эти результаты этого томографического исследования можно увидеть в любой точке Российской Федерации, во всяком случае в ведущих федеральных центрах. Со слов врачей, магниторезонансный томограф не облучает радиацией, но беременным от исследований лучше отказаться. Для работы на новом оборудовании обучить магаданских врачей приедут специалисты от фирмы-производителя. В работу МРТ планируют запустить во второй половине января 2021 года.